Дорогие друзья, соотечественники, украинцы, я знаю, вы меня читаете, смотрите то, чем я занимаюсь. Занимаюсь я тем, что говорю правду, пишу, делаю видео, репортажи. Сегодня в Украине идет гражданская война. И развязали лжеполитики, которые продались за американские баксы. Петро Порошенко, его свита и его так называемая европейская команда «Чудо» больше никак бы и не назвал. Также идет Юлия Владимировна Тимошенко, «Батьковщина». В том списке находятся самые настоящие звероподобные люди, которые участвовали в этой кровавой, в этом кровавом дилюгане. Сегодня досрочные выборы, именно сегодня, то есть они будут 21 числа. Я не хочу, чтобы они попали в парламент. Ихнее место в тюрьме — это как Турчинов, Пашинский и другое сволочье. Больше никак я их не назову. Они сегодня разодрали мою страну. Они сегодня все сделали, чтобы Крым ушел, чтобы Донбасс ушел. Они сегодня поссорили весь наш братский народ. У нас есть политические силы, которые являются оппозиционными. Вот именно за них надо голосовать. Нужно все сделать, чтобы 21 числа сволочь Порошенко и его сволочная партия вместе с Юлией Тимошенко и другим отребием не прошли, чтобы прекратилась эта гражданская война, братоубийственная. Напоследок я вам, украинцы, хочу сказать одно. Неужели вы не понимаете? Даже сегодня по социальным, по соцвопросам я вам хочу сказать, я в шоке от того, что и за кого и как вы отдаете голос. Ведь 5 лет над вами издевались, мучили вас. Всю страну в кладбище, можно сказать, превратили. Когда ж вы поймете, что нам надо от этих вурдалаков избавляться? Я еще раз обращаюсь именно к вам. Не продайте свою совесть. Думайте головой, чувствуйте сердцем, уважайте себя, проголосуйте правильно, чтобы наступил мир. Я хочу мир. Я хочу вернуться в свою любимую родину, Украину. Ведь я вас люблю, уважаю, ценю. И несмотря на все мои проблемы физические, я продолжаю бороться. Бороться именно за вас, за справедливость. Вот, что меня на самом деле держит на этом белом свете. Неужели я, калека, без рук, без ног, борюсь за эту жизнь? Хочу работать. Хочу, чтобы моя любимая страна процветала. А вы сегодня опускаете руки, а вернее опустите тот бюллетень, который сегодня может продлить дальше конфликт, самый опасный для Украины. Если так дальше будет продолжаться, я вам хочу сказать, у нас ни Родины не будет, ни нашей страны не будет. Она будет просто в клочья. Поэтому сделайте правильный выбор. Спасибо.